Всем привет, дорогие друзья. Это Савва, и мы продолжаем с вами играть в Hollow Knight. Он же Найта. Сегодня мы с вами отправимся, наверное, в локацию, в которой я еще не был, потому что по-любому там что-нибудь полезное. У нас есть одна вещь, которую я еще не могу делать. Я не могу проходить сквозь темную хрень. А пока я не могу проходить через темную хрень, я не могу побывать в одной из локаций, взять там картограф и посмотреть вообще, что происходит. Поэтому мы сейчас пойдем туда, куда мы попасть можем, и будем надеяться, что там мы найдем то, что нужно. Поехали. А чтобы туда отправиться, мне нужен будет вокзал короля, который как раз находится, по-моему, на границе мира. И из этого вокзала короля должен быть маршрут, да, вот, в край королевства. Нам туда и надо. Просто только где нам туда надо? Либо повыше чуть-чуть, либо чуть-чуть пониже. А чуть-чуть повыше, где лифт, я не помню. Можно там пройти? Ладно, сейчас мы пойдем под дак. Во-первых, мы отдохнем, да, сразу. Я не помню, можно там пройти или не можно. Слышь ты? Тоже мне тут нашелся. Край королевства он туда ведет, я не знаю. Больше пройдем мы там, сейчас мы узнаем об этом. Так, не сюда, да? Что-то я немножко не то сделал. Так, едь сюда. Не, подожди, а нам туда не надо. Да, нам же туда не надо, нам то не надо, да. Ты тут сейчас наделу делов. Здесь мы можем только вызвать лифтец. Так, куда он там вызывается у нас? У нас вызывается сюда. А как мне, подожди, на край королевства тогда попасть? Это не туда, немножко нас ведет. Кстати говоря, долина духов. Тоже, кстати, немаловажно. Город слез у нас вниз. Может, нам в долину духов ходить? Может, нам за это что-то дадут? Наверняка нам за это что-то дадут. Но там даже... Блинский ежик. Блинский ежик, ни головы, ни ножек. А как же нам тогда туда попасть-то? У него же нет промежуточной остановки. Да я даже выпрыгнуть оттуда не могу никак. А как, простите, мне попасть... В середину этого места. Так что ли? Ну, я ж здесь. Ну да, получается, что так попасть. Иди нахрен. Ну, не знаю, с какой стороны надо было заходить, но, допустим, я вот с этой зашел. И зачем я сюда зашел? А реально, зачем я сюда зашел? Зашибись вообще. И нахрен здесь эта дверь?
Нахрен здесь этот проход? Зачем вообще все это надо? Если это короткая дорога, почему она не закрыта? В очередной раз нас это... Как бы это помягче сказать? Обманули. Обманули нас в очередной раз. Ладно, у этого лифта, по крайней мере, шипов нет. Ну, тогда нам без вариантов вниз. И только снизу заходить. Жаль, что здесь нельзя пройти. Так, еще ниже. Так, теперь нам туда получается, да? Тут можно пройти-то вообще? А, это на вокзал. Это на вокзал, эта хрень по-прежнему не открывается. Не поэт, как ее открыть, ладно. Это дело десятое. Так, секунду, а как я вообще туда попадал? Или я туда никак не попадал за этот самый, на королевство? Здесь же дорог нет ни хрена. Ну да, здесь получается этот самый обрубок. А как тогда туда проехать? А как ее проехать на край королевства? Не уж из древнего ли котлована или стоков? А, ну вот на край королевства оттуда можно попасть. Причем у меня есть карта края королевства. Да, у меня есть карта края королевства, но я что-то даже не задумывался о том, что я туда попасть не могу. Значит, получается, что мне надо спуститься куда? Сюда, вот в окрестности дворца. И из окрестностей дворца подняться наверх, что ли, так? Или здесь дойти до конца и спуститься вниз. И оттуда потом идти дальше. Ну ладно, у нас есть один билет. Непонятно, правда. Ничего не понятно на самом деле. Ладно, вокзал короля у нас есть. Так, есть у нас вокзал короля. Итак, из этого вокзала короля давай сейчас мы отсюда сваливаем. Так, отсюда мы сваливаем. Отсюда тоже сваливаем. Так, я правильно иду? Я правильно иду. Ладно, сваливаем, идем вниз. В таком случае. Да, вот мы, кстати, запустили эту зеленую хрень. Может, у нас теперь трава и заработают из-за вот этой зеленой хрени. Может быть, она это топливо... Блин. Топливо для трамваев таким образом выглядит. Так, нам нужно еще ниже и постараться не упасть. И не умереть, в смысле. Так, спустились. Значит, спустились еще дальше. Нам надо дойти до конца и там спрыгнуть вниз. Угу. Так, это у нас только исключительно... Так, стоять. Не этот самый, не отсвечивай мне тут. Куда я там спадаю? Нет, туда мне спадать не надо. Блин. Так я сейчас сдохну здесь. Легко, кстати, могу сейчас сдохнуть. Надо отойти маленько. Я хотел тут оперативно пропрыгать, что-то с оперативным пропрыгом у меня возникли проблемы. Из-за вот этих вот шмелей сраных. Шмели вообще, честно говоря, раздражают. Прям хуже нету, раздражают шмели. Сраненькие шмели. Так, убиваем вот этого жучару.
убиваю вот эту жучару. Так, нам надо вниз. А, нам надо вниз, только не здесь. Так, нам надо вниз, только вот там дальше. Угу. Так, вот мы просыпались сюда. Значит... Ну вот дальше нам просыпаться не надо. Про этот сам, да. Нам надо наехать на вот этом трамвае в край королевства. У нас теперь есть проездной. Да, билетик. Так, теперь у нас вагончик троицы, перрон останется. Хорошо, войти. Отдохнуть. Посмотреть. Нажать светящую кнопку. Подожди. А, ну это влево-вправо ехать, получается. Ладно, нажать светящуюся кнопку. Ну, нажать. Есть, пионский бог, где я нахожусь. Колизей глупцов там еще есть. Это где мне какой-то черт лесной предлагал сразиться. Ну, допустим. Ой, это же пчелки. Это же маленький шмелик. Так, тут у нас не пройти. Ну, хорошо. Мы сюда зашли. Откуда у меня, кстати говоря, карта королевства? Я что-то уже не помню. Так, внизу у нас находится трамвай. Что у нас находится вот там? Там у нас находится штука, которая мне, в принципе, особо-то и не нужна. Так, здесь большой жужжащий шмелик. Блин, я не кнопку вниз надо было нажать. На краю королевства, короче говоря, правят шмели. И здесь будет наверняка босс-шмель. И есть некий проход. Это ни хрена не проход. А, ну, мне, ребята, в принципе, мало волнуйте, на самом деле. Вот эта вот штука с деньгами, ну она хороша, конечно, но тоже меня на самом деле мало волнует. Главное, если что, не пропустить. Какие-нибудь ответвления в какую-нибудь сторону. Да, реально, здесь одни шмели, слушай. Одни шмели-шмелища. Ой, бассейн с кислотой имеется в распоряжении. А что, он куда-то ведет? Я могу плавать в ней в кислоте. Он никуда не ведет, короче говоря. Просто можно позволить себе поплавать в кислоте. Просто потому, что могу. Там проход вниз. А, у картограф. Подожди, зачем мне картограф, если у меня уже есть карта? Так, это какое-то секретное-пресекретное место должно быть. Место максимальной секретности. Да, слушай, здесь что-то очень много сот. Блин, почему вниз-то перестал нажиматься? Я же явно нажимаю вниз. О, гусеничка. Короче, эти гусенички везде абсолютно. Их кто только не похищал, этих гусеничек. Так, а туда с другой стороны-то не пройти никак, да? Нет, как-то туда пройти.
Как-то туда пройти, только непонятно как. Да ёлки-палки. На тебе бубен. Угу, так, поплыли. Выбираемся отсюда, идем дальше. И вот мы наконец-то добрались до нужной локации. Или я тут был? Я что-то... Нет, подожди, а если я тут был, то как я сюда пришел? Нет, я тут явно был, я не был только сверху, получается. А как же я сюда пришел-то тогда? Без трамвая, без вот этого всего? Так, вот эту срань я помню. Ранее я помню, а как я сюда приперся, не помню. Вообще не помню. Блин, реально, как я попал на край королевства? Надо будет посмотреть потом в записях, как я туда попал. Как-то у меня это получилось в свое время. Да, я вот это помню, товарищи. И он, походу, тоже помнит меня. Не допрыгнешь, тварь? Что-то сдохнуть здесь не хотелось бы. Может, я поэтому дальше не пошел, потому что здесь вышел вот этот вот слономух и объяснил мне, что дальше ходить не надо? Слушай, реально, я что-то не могу попасть в его этот самый. Ну-ка тебя нахрен, слушай. Или когда я тут был, я не мог обладать... Нет, этот самый, не обладал двойным прыжком, что, блин, еще один такой же. Извини, конечно, дружок, но... Бля, еще один. Я вообще не готов с вами сражаться. Так, я сюда доходил. Или... Так, отдохнуть. Ладно, давай-ка мы отдохнем. Или это быстрый переход откуда-то, что ли, был? Что это такое? Я тебя видел, я тебя слышал, я тебя помню. Как меня нашли на самом краю мира. Да, я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь, чтобы легендарный мастер гвоздя Ора научил тебя своей технике? Великий гуру гвоздей наказал нам передавать мастерство тем, кто этого достоин. Но никто не запретил мне брать за это плату. Если ты и правда хочешь тренироваться со мной, докажи это своим гео. Ни хрена. Ну ладно. Рассекающий удар. Удерживайте X, чтобы собрать энергию в гвоздь. Отпустите кнопку во время рывка для рассекающего удара. Должен сказать, что ученик, ты первоклассный. То, как ты владеешь гвоздем, твое желание стать сильнее. Ты напоминаешь мне моих братьев. Я научил тебя всему, что сдал сам. Ступай, путешественник, когда мне побыть в одиночестве. Бана Фимилю. Бана так бана, фимилю так фимилю. Так, а тут еще куда-то проход есть, слушай. А это куда проход? Ты кто такая? Эй! Кто такая, спрашиваю? Сильды, братья! Это пугало для тренировок, что ли? Ну, видимо, да. Потому что я не знаю, зачем это еще здесь нужно. Так, полетели назад.
Ни хрена попало как. Вот это поворот. Так, и здесь, получается, мы уже отправляемся куда-то ввысь, где нас еще, в принципе, ну или не было, или не знаю. Но в любом случае нам эту локацию надо изучить. И посмотреть, что здесь есть. Если здесь окажутся тоже теневые стены, которые не... Бля, невозможно пройти. Ну, значит... А что это? А я не знаю, что это значит. Я не знаю, что это значит, потому что я тогда, у меня тогда нет идей. Либо все-таки где-то здесь есть что-то, где мы можем... Вот так же, как хождение по кислоте было. То есть, возможно, здесь есть какая-то штука, которая позволит через эти вещи проходить. Дневник странника. Это просто тупо бабки. Так, дневник странника — это деньги. Это здорово, конечно, но это не то, что нам надо. Так, а здесь есть проход куда-то дальше. Там, по-моему, я опять же слышал гусеничку. Так, а это что за хрень? Эй, нахрен пошли. А, хотя нет, пока не пошли. Мне потом там на спинку надуете, боюсь. На. Так, отлично. Сейчас у нас будет цирк с конями. Хотя нет, ладно. Не такой уж и цирк, не с такими уж и конями. Блин, ну да, конечно. Учитывая отдачу. Так, гусенички, ваш отец должен мне, блин, целое состояние за вот это вот, за все. Надо, кстати, к нему зайти. Последний раз он мне там каких-то масок кусков надавал. Может быть, он мне еще надаст чего-нибудь интересного, полезного, важного, хорошего. Блин, они еще, мало того, что они стреляют, так они еще и щемятся. Блин, кстати, хорошо стреляет. Куда я упал? Блин, высоко летаешь, тварь. Пойди тебя поймай. Так, комар. Ну, комар, иди сюда. Так, комар идет сюда, и мы немножечко подлечимся, потому что если не подлечимся, дальше не пройдем. Два комара. Сейчас у нас замкнется этот путь с другим путем. Который идет вот оттуда. Так, давай туда сходим, сразу посмотрим. Это у нас путь с кислотой, который ведет... Куда он ведет? Так, здесь мы не пройдем. Угу. Путь с кислотой. Здесь у нас тоже прохода нет, ни хрена. А здесь и здесь нет. Так, не хочу я с тобой сражаться, Шмелина. Ты мне не нравишься. Мне бы еще бы где-нибудь... Так, деньги, ладно. Скамеечку бы мне еще одну где-нибудь надыбать. Чья это жопа? И что мне с ней делать? Но пробить я ее явно не могу. Ну да, пробить я ее явно не могу. Зачем мне, правда, тайна с жопой какого-то жука, я не знаю. Ну, видимо, сейчас мы найдем лицо жука еще. Я так подозреваю. Может, и не найдем. Так, здесь никакого прохода нет. Здесь прохода есть. Лизей глупцов.
Даже не знаю. Мне бы, конечно, скамеечку найти бы не помешало бы. Особенно если... Это что еще такое? Это, видимо, кто-то неудачно выступил в Колизее. Это у нас проход хрен пойми куда. Ладно, давайте бабки соберем, раз уж они здесь есть, чтобы не собрать. Башни любви? У меня есть ключ любви. Бордель. Так, ну что ж, впервые посещаю 2D-шный бордель. Мне же не надо будет? Надо будет. Сейчас надо будет с кем-то как-то биться. Коллекционер? И что ты можешь? Какая странная штука. Блин. Блинский ёжик. Коллекционер. И как мне до этого сраного коллекционера теперь дойти? Слушайте, ну с попаданием туда есть ряд вопросов. Вернее, с попаданием-то, может, вопросов и нет. Но мне нужна какая-то другая скамейка, потому что, ну, это вообще что-то такое. Отсюда добираться, потому что явно коллекционер простым не будет. Отсюда добираться очень долго. Мне надо где-то найти еще одну скамейку. По-любому таковая где-то здесь должна быть. Может быть, вот там? Да ёпта. Так, шмелина. Нахрен иди отсюда. Гадкая шмелина, а, задолбала. Так, может быть, она есть вот там. То есть должен быть какой-то маршрут, который позволит нам до туда. О, скамейка наверху. Скамейка наверху. Отлично. Так, насколько наверху? Главное, на какого-нибудь босса опять не нарваться. Ну, наверх что-то это не похоже. Так, дайте-ка мы вернемся. Значит, скамейка наверху. Вернемся чуть назад. Так, а как мне наверх попасть? Вот так? Что, так можно прям? Так, еще дневник странника. Вот, теперь у меня есть скамейка здесь. Хорошо.
Хорошо, скамейка есть здесь. В принципе, если я не буду на этом говнюке лечиться, то тогда мы можем применить тот же самый фокус, который у нас был до этого. С коллекционером, с коллектором, коллекционером, кто он там есть. Это если я не буду лечиться. А если я буду лечиться, тогда, конечно, такой фокус у нас не прокатит. Так, я не могу здесь долететь вот так вот просто? Не могу, как выяснилось. Да, вот эти шмелины, конечно, просто раздражают. Нет, наверное, какой-то выбрать кусок, при котором я смогу туда долететь, наверное, можно. Ладно, хорошо, что нам хотя бы кислота ничего не делает. Так, иди нахрен. Блин, шмели раздражают просто капец. Еще и сражаться с ним, честно говоря, не очень сильно хочется. Так, я правильно иду-то? Нет, я иду неправильно, я не туда зашел. Я думаю, что-то не то. Что-то у нас не то складывается, а я просто не там пошел. Надо было дальше проходить. Ладно, я так думаю, что это не последний наш бой с коллекционером, поэтому... маршрут еще будет возможность выучить хорошо. У меня стала проблема с атаками вниз. И летающие твари раздражают вообще хуже нет. Так, нет, подожди, это опять не то. Это опять не то, а вот это... нет, подожди, это тоже не то. Или то. Так, башня любви. А что там внизу? Не, ну, видимо, без ключа любви дело здесь было нехрен. Добавно обыграли, довольно-таки. Засадить душу под стекляшку, так же, как и все остальное. Ой, блинский ежик. Ну, давайте попробуем. Допустим. Так, вот в это время можно хотя бы на единичку полечиться, да? Ну ладно, условно полечиться можно. Так, мы перешли во вторую фазу. Будет нам от этого хорошо? Наверное, не очень. Так. Так вот даже, да? Надо было подлечиться. Вот что я неправильно сделал, это продолжил его атаковать. А у меня была возможность подлечиться. Ай, блинский ежик.
Так, так, так. Ну, что-то вряд ли у меня получится, она еще и стреляет. В принципе, неплохо шел. Я тут случайно нашел какую-то штуку, смотрите. А, это дневник странника, всего лишь навсего. Очень жаль. Короче говоря, я тут спустился вот такую вот вещь. И тут нашел другую вещь. Ну, как оказалось, это вещь фигня, потому что это всего лишь дневник странника. А как мне, кстати, отсюда залезть наверх? А отсюда мне, походу, никак не залезть наверх, да? Ну, вот это крайне неудобно. Я просто думал, что я немножечко сокращу себе маршрут за счет вот такой вот манипуляции. Но нет, с сокращением маршрута что-то как-то не вышло. Блинский ёжик. Хоп, хоп. Так, все, уходим отсюда. Уходим отсюда. Так, и теперь мне надо Подождите, не надо так делать. Так, и теперь мне надо забраться вот сюда. Так, освободить свою Марфушеньку-душеньку. Так, пойдем, Марфушенька-душенька. Я не знаю, посмотрим. Главное его не бить, когда мы можем лечиться. Когда он дает нам передышку. В прошлый раз было лучше. А сколько, интересно, его надо разбить? Раз 4-5. Так, вот, допустим. Ну, даже не знаю, что у нас получится, и получится ли у нас что-нибудь из этого, из всего, сука. Тогда вот этот вот шмель меня и побил. Блин, ну на меня зачем падаешь? Проклятый рандом. Блин. Вот это вот сранина. Сейчас ударит меня. Ой, блин. Сколько же у них жизней. Я думаю, что на сегодня хорош. Да, надо сделать некоторую паузу. А в следующей серии мы, я не знаю, вообще можно его, нужно ли, вернее, его убивать? То, может, ну его нахрен. Мы сначала здесь пройдем все остальное, а потом пойдем убивать эту сранину. Ну, не знаю, ладно, посмотрим. Так или иначе, для Края Королевства мы добрались. Вроде как немножко здесь изучили, в следующей серии посмотрим, что там дальше.
Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.